Всем добрый день! Сегодня у нас 8 ноября. И я вам показываю своих птичек. Уже несколько дней не снимала вам видео. А если быть точнее, то дня 4, наверное. Ну, что произошло? Какие изменения? А никаких, друзья, изменений не произошло. Ну, за исключением, что уменьшается количество птичек, петушков. Потихоньку убираю петухов, но приостановилась. Пока здесь вот в курятнике уже нету петухов. Вот, я их всех убрала. Что их, в принципе, тут и немного было. Петушков. Давайте заглянем в гости. Крёхи тут у меня. Вот, сидят. Все без изменений. Курочки как неслись, так и несутся. Да. Хотят одно яйцо в день, хотят два, хотят три. Но больше трех пока не было. Да, да. Курочки уже получают в корм цельную зерносмесь. Поедают ее успешно. Утенок темненький здесь живет, поживает. Добра наживает. Ему здесь понравилось, все нормально. Ну, пусть растет. До Нового года вырастет, не-не. Что у меня тут? Кто у меня тут? А, курочка-несушка. Вот эта курица несется серенькая. А вот эта красоточка, ну, она не хочет. Ну, я не видела, по крайней мере. Это молодка. Молодки у меня не несутся, спрашиваете меня. Несутся ли мои молодки? И еще был вопрос. Несутся ли курочки у моей сестры? Вот молодки еще не занеслись. Там больше петухов, конечно. Ну, есть несколько курочек, они еще не несутся, молодки. А старушки их мало. Их 4 курицы старушки и одно яйцо там, не знаю, в сколько дней. В 5, а то и одно в неделю. Ну, можно так сказать, что несутся так же, как и мои куры. Ну, что поделать. Вот так. Пишут мне многие люди и говорят, что не только у меня так, у многих вот куры-молодки еще не занеслись. И в этом году они позже заносятся. С чем это связано, непонятно. У меня раньше тоже такое же было. Курочки заносились не раньше 8 месяцев, да. И вот им уже 8 месяцев вот этим курочкам. Вот. 8 месяцев они, ну, ровно 8. Они еще не думают нестись. А в прошлом году вы правильно подметили, да, курочки у меня и раньше занеслись. В 5,5 месяцев они занеслись. И петухи у меня были тут красивые такие, курятники. Но курочки у меня тоже красивые, разве нет? Красивые курочки, молодушки красивые. Ну, просто не несутся, вот это да. Ну, не знаю. С чем связано, я не знаю. История умалчивает. Что так? Заглянула в гнездо. Представляете, 2 яйца уже есть. Ух ты, ух ты. Ударочек. 2 яйца, представляете? Может, еще будет? Ну, будет видно. Еще не вечер, как говорится. Гуськи вроде бы не голодные же. И все равно они что-то ищут. Все равно они что-то выпрашивают. У них зерно есть, кормушки. Траву они уже несколько раз ели. И Сережа еще за травой пошел. И у них кормушки, вон, зерно. Здесь кормушка, там кормушка. Все мало, понимаешь?
и все, и мало. Давай заглянем сюда. О, выскакивали. Здесь на сетке листва опадает с дерева, с вишни. Здесь убрала тоже немножечко молодых петушков. Вот этими молодыми курочками, петушками коричневый утенок зовет. А где он, этот утенок? А, господи, вот он под носом. Я, понимаете, я вдаль смотрю. Я смотрю вдаль. А он под носом. Ну, нормально. Уживается. Водичку пьет, кушает, корм. Слушайте, пожрякали кукурузу. На третий день стали кушать кукурузу целую здесь, в этом курятнике. А то она оставалась. Смотрю, все пожрали. То здесь было все кукурузе. Куры-старушки поедают в первую очередь кукурузу, а молодки нет, они оставляют кукурузу. Вот так. А на третий день распробовали. Я же им даю зерносмесь. Три в одном. Пшеница. Ячмень и кукуруза. Кукуруза самая меньшая, я им ложу по пропорции. Ячменя чуть побольше. И самая большая — это пшеница. Так что вот так. Ну, пока так. Чукуреха. Это совсем молоденькие. Сколько вам? Полгода, наверное, или 5 месяцев. Ну, что-то возле этого. 5,5, наверное. Да? Голошеечки мои хорошие. Это курочки две. Там Паша работает. А гуси видят ее и ожидают. Вот не голодные же. Они знают, она им подкидывает травку. И они там вон пасут. Ждут. Просят. Дай нам травку. Дай нам травки, да. Паша, дай им травки. Дай гуськам травки. Нечего. Они просят. Они ж просят. Дай. Дай. У утиков все по-прежнему. Отдыхают все. Все хорошо. Тоже даю им в корм цельное зерно. Здесь вот кормушки. Все, все есть. И там, в общем, кушают. Не голодают. Тоже ждут своего часа. Уток пока не убираю. Пока мест только петухами занимаюсь. Но приостановила забой, потому что, ну, пока тяжело их ощипывать. Надо еще подождать. Ну, хотя бы недели две. Ну, если будет необходимость, вот этого уберу, вот этого дохленького. И, наверное, вот этого черненького. Остальным дам возможность расти. Да, Петя? Двух петухов отсюда убрала. Одного вот такого красного, бесхвостатого, и одного беленького. Ну, такого убирать — это капец. Еще хвосты не выросли. У них поздно отрастает это все дело. Перо. Они еще не обросли как положено. Хотя им уже 8 месяцев. Вот так позднее у них идет, видать, вот это вот развитие. Ой, у нас такая тишина. Такое спокойствие, тишина. Да, сегодня ветерка нету, солнышко светит, как-то даже и тепло. А утром холодно, утром руки замерзают.
Сегодня замерзли у меня руки, представляете? Вот так. Пока я тут всех кормила, открывала всех. Частично воды налила. Сережа тоже потом наливал воду. А я давала витамины курочкам и цыпляткам. Ну, цыплятки вы поняли, да? Это куры-молодки. Я их все называю еще цыплята. Ну, вот им я витамины даю. Позавчера давала и сегодня дала. У меня есть пока. Вот то, что есть, хочу использовать. Био-супер-вид. Витамины. Разбавляю 1 к 2. 1 миллилитр препарата на 2 литра воды. И даю пить. Пусть немножечко попьют витаминок. Питье даю. Как он? Не пугайся. Не пугайся. Как этот? Он тяжелый, вот этот утенок. На вид кажется, что такой какой-то невзрачный, дохленький, да, некрасивый даже, потому что одно крыло свисает. Он тяжелый, да. Он какой-то тоже петух большой, да? Он. На следующей неделе пойду в ветаптеку и куплю серу. Серу не давала, да. Уже где-то с месяц я не даю серу в корм. А до этого все время давала серу своим курочкам. Поэтому то, что серу сейчас не даю, все равно это не показатель плохой яйценоскости. Ну, это не причина из-за серы. До этого ж я давала. А куры как неслись, так и несутся. Конечно же, хорошо, когда в корме все есть. Но не всегда все можно позволить себе. Да и сказать, что прямо плохо питаются, нет. Причина в другом, в чем не могу знать. Да и многие птицеводы тоже не могут знать. У них тоже такая же история с яйценоскостью. Так что не только у меня. Так что так. Ну вот, куплю. Куплю серу. Смотрите, какая мультифлора. Уже бедная. Вот так. Ну, это еще, смотрите, хорошая. И это хорошенько. Мне так нравится смотреть на них. Ой-ой, красота. Цветочки. А эти уже, ну, все. Прошел сезон этих хризантемок. Ну, в общем, соду еще ж советуйте. Да, что угодно можно им давать. Ой, что только я не пробовала им давать. Все. Все без толку. Надо просто время, я считаю, время. И, ну, переждать. А курочки-старушки, их уже просто забивать надо. Им в январе будет уже 2 года. Так что вот и считайте. А есть некоторые курочки, которым больше. Будет 3 года им, понимаете? Ну вот возраст уже, ой-ой-ой. Я ожидаю вот яиц от кур молодок. Думаю, что в декабре появятся яйца. Я уже вижу по курочкам, они вот начали уже так вот мурлыкать, разговаривать. Вот я от молодок ожидаю яиц. А старушки, ну, старушки. Старушек надо выбирать уже. Вот эта молодка красненькая. Вот это тоже рядом молодка. Надо будет овощи им дать. Поеду за листьями капустными. И тоже ж на следующей неделе. Ну, сейчас праздничные выходные. Поеду на следующей неделе. Так что так вот. Сейчас тишина, спокойствие. Все отдыхают. Траву
курочки получают. Так что зелень получают. Благодаря Сереже зелень получают. Пошел сейчас за травой очередной партии нарвать свеженькую травку. И не абы кабы какую, а молоденькую. Ну, где-то ж есть старая трава, а где-то есть помоложе. Ну вот, Сережа ищет помоложе, нарывает ее. Он, кстати, уже пришел. Ну, травку, наверное, попозже даст. Вижу, что пришел там. Ну, такие вот дела у нас на данный момент. Вот, Сережа нарвал травки. Пока не даем, потому что гуси пока сытые. Гуси пока сытые. Молчат. Пусть кушают зерно. А травку потом попозже дадим им.